Подпольные крупье стали фигурантами очередного уголовного дела. В их бурной деятельности и разветвленной сети игорных заведений следователи полицейского главка увидели организованное преступное сообщество. В 10 клубах игру на стоп оперативники поставили еще в конце марта, когда провели масштабные обыски и задержания. Че, стоим тоже на пол? На пол, руки за голову. Всего изъяли 82 игровых автомата и больше 200 игровых компьютеров, которые приносили владельцам незаконного бизнеса не менее 10 миллионов рублей прибыли ежемесячно. В каждом заведении был свой персонал и охрана. Людей с улицы к одноруким бандитам и прочим автоматам не пускали. Чтобы попасть внутрь, нужно было получить приглашение на мобильный телефон. После обысков задержали полтора десятка человек. Дюжина из них теперь фигурирует в деле о преступном сообществе. 210-я статья Уголовного кодекса для организаторов предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.